Мужик, он как будто бы в рот воды набрал. У него такой еще рот такой маленький был. Ну правильно, этот рот маленький, надо открывать. А он просто слушал, поддакивал. Ну поддакивал, ну как бы. Кто-то, например, правильно сказал, например, какие-то слова. Он да-да-да, во-во-во. Раз, если я что-то правильно скажу, он да-да-да-да-да. Все. А больше он ничего не разговаривал. Только вот так поддакивал, так вникал. А я потом на этого мужика, во, видишь, он правильно диктует, вот, видишь, вот так надо. Вот так у нас разговор был. Ну, вот так все, мы все побазарили, выпили. Самое главное, я говорю, мы же живем на этой планете один раз. Ну, надо же обмыть хорошо, прекрасно, да. Это же планета один раз. Где ты, когда обмоешь, да? Надо, вот, ну, мы обмыли хорошо этот вес. Ну, я сам даже рад. Правда, чуть-чуть чревато, да. После этого с похмелья оно всегда плохо. Ну ничего, я тебя с чаем. Сейчас чай пью, выгоняю весь все это. Организм сейчас выгоню. Все. Сейчас велосипед есть, бросаю курить. Все, капитально прокуриваю, я уже забываю. Все. И пиво на больше на пиво смотреть не буду. Все, для меня уже это закрыто навсегда. Потому что уже возраст идет. Все, теперь велосипед у меня. Только буду заниматься трудом. Деньги, пенсионный фонд делать и так далее. Я могу каждое лето покупать велосы. Велос, если сломался, я его ремонтировать не буду. Отдам куда-нибудь в детдом. Ну, чтобы он на ходу, главное, был. Себе опять другой новенький возьму. Короче, все эти велосы попробую. Какие они есть марки, и все их буду покупать. Все разные велосы. Короче, вот этими буду жить. И все. Как лето, другой новый велосипед. Как лето, весна, опять другой велосипед. Лето, весна, другой. А эти сдавать буду в детдом. Пускай дети катаются. Вот все.